дорогие мои, приходится сейчас очень много моментов выправлять. Ну, в принципе, логично. Мы сами с вами вместе согласились жить в системе дуальности, познавать этот мир через разделение и определили себе такой путь на многие эоны. Пришло время выходить в единство, завершать путь дуальности. Он завершен. Все уроки его, в принципе, пройдены. Но выбор продолжения игры в дуальность, он свят. И тот, кто ее выбирает, будет дальше реинкарнировать в мирах Тримерия, уготованных уже для этой цели, для дальнейшего прохождения и игры в опыт, постижения опыта дуальности. Мы же сегодня поговорим с вами и затем исцелим одну из важнейших и на самом деле сложнейших парадигм человечества. Это парадигма эго. Что это? О чем это? Мы придумали и уничижили эго до состояния врага, эгоизма и всего остального прочего. Дорогие мои, я вас разочарую, это не так. Эго при правильном взаимодействии через любовь является величайшим учителем и хранителем человека. Но так как мы к нему относимся, это величайший разрушитель человечества. Поэтому, естественно, этот вопрос требует дополнительного, я не скажу изучения, а переосмысления, возрождения, воскрешения целостности нашей, целостности структуры. На самом деле это неотъемлемая часть нас. Это как аппендицит, когда он сгнил, его вырезали, но вы навсегда остаетесь без него. Поэтому ошибочен путь уничтожения эго, его невозможно уничтожить. Что же делать? Это реинтеграция через исцеление, через переприятие, перепонимание величайшей сути этого удивительного, мудрейшего из учителей и могучего хранителя нас и нашего физического тела. В единстве и уникальности заключены секреты, открывающиеся через любовь, истинную, безусловную любовь к самому себе, не через эгоизм, который ничего общего на самом деле не имеет с задачами и структурой эго. Человечество само, пройдя опыт разделения в дуальности, создало мифы, в которые верит и живет. Так создан сатана, так создано эго с эгоизмом и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня пришло время разбираться нам со всеми этими лжеустоями, лжефилософиями и принимать себя истинным такой, какой ты есть на самом деле. И одна из сверхзадач – принять свою удивительную, уникальную граничку, которой имя мы дали эго, которая является неотъемлемой составной частью нас самих, которая является удивительнейшим носителем энергии, знаний, умений, мастерства. И когда мы это принимаем, понимаем, наша жизнь становится иной и изменяется. И я сейчас вам предлагаю сделать первый шаг в сторону переприятия себя истинного, восстановления своей целостности и подготовки к дальнейшим шагам на этом удивительном пути. Сейчас же мы по-другому с вами посмотрим на эго. Thank you.
Поблагодарите себя, встаньте у зеркала, смотрите в свои глаза. Вы обязательно рано или поздно увидите в этих глазах искрящуюся любовь. Вы увидите в них Бога. Признайте себя целостным. Возлюбите себя. И вы будете счастливы.